Сотрудниками ФСБ России по Волгоградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, занимающейся производством наркотических средств в особо крупном размере с целью бесконтактного сбыта. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2023 году Следственным управлением Следственного комитета России по региону по материалам УФСБ России по Волгоградской области в отношении трех человек по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса России проведены оперативно-розыскные и следственные действия. В результате проведения обысков в специально оборудованном жилом домовладении обнаружены и изъяты лабораторное оборудование и химические реактивы для производства наркотиков. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУМВД России по Волгоградской области, изъятым веществом является мефедрон массой более 2 кг и прекурсор массой свыше 156 кг. По материалам ФСБ Следственным управлением Следственного комитета России по Волгоградской области в отношении ранее задержанных возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 и части 2 статьи 228.3 Уголовного кодекса России. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, а также установлению лиц, причастных к ее организации, легализации денежных средств, полученных преступным путем.